Газ дорожает. В связи с увеличением стоимости российского газа будет увеличена его цена для всех потребителей. Чего ожидать населению и промпредприятиям, озвучили на брифинге в облгосадминистрации. Объявленная цена российского газа на следующий квартал – $345. Компенсировать разницу в тарифах, как раньше, теперь не будут. Возможности бюджета ограничены, и надо выполнять требования Международного валютного фонда. Мы с вами на сегодняшний день готовимся к поэтапному повышению стоимости газа для населения. Наступает в силу с 1 мая. Повышается на 50%, но окончательной цены еще не установлено. Уже сегодня с 1 апреля повышена стоимость газа для бюджетных организаций и для коммерческих потребителей, для предприятий на 30%. И она уже объявлена, она составляет 4020 гривен за 1000 кубометров. И с 1 июня мы ждем повышения стоимости газа для отопления населения и производства горячей воды для населения. По предварительным оценкам это будет примерно 40%. Окончательный расчет стоимости сделает Национальная комиссия. Как это коснется населения, показывают на диаграмме. 77% в тарифе на теплоснабжение, энергоносители, газ, электричество, вода. В Запорожье стоимость газа в производстве тепла для населения занимает 55%. Таким образом, тарифы для горожан по предварительным расчетам увеличатся на 20-25%, если, конечно, не будет колебаний цен на другие его составляющие.